Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня я на ПТРе. Могу вас порадовать, обновление 9.1 все-таки вышло спустя 2 недели после того, как дали анонс о том, что оно выйдет через 2 недели. Хотя 14 числа в среду днем я планировал включать стрим и уже немножечко высказываться и подшучивать на эту тему, но в итоге все окей, все замечательно на текущий момент. 14 апреля, 4:30 утра, ночи, все замечательно. Заходим на ПТР, немножечко глянем, ну а полностью я, наверное, уже все буду смотреть на стриме. И, само собой, после просмотра этого видосика, после того, как стрим пройдет, в описании вы можете увидеть ссылочку на повтор стрима. То есть можете глянуть как вариант, если это вам будет интересно. Зачекаем, что вообще творится нынче на ПТРе. Копируем персонажа. Я думаю, это доступная опция на текущий момент времени. И можно будет уже что-то, думаю, глянуть. У меня есть ощущение, даже находясь в главном меню, то, что поменяли кнопочки прокрутки персонажа. Они как-то стали более объемными, что ли, более прорисованными. Не знаю, может, я просто на них не засматривался, это все иллюзия. Но выглядят они классно. Вот. Может, они и на лайве такие же. Ну, на 9.05, там, где мы играем на текущий момент, на ритейле. Сразу хочется открыть атлас подземелий после прогрузки, глянуть, что там новенькое, может быть, что-то поменяли интересненькое. Может, что-то новое добавили уже. Вот. Опа, достижения по-новому пишутся, интересно. Опа, квесты новые какие-то интересные. Ничего себе, такое ощущение, как будто у меня вообще экран стал как-то больше, более широкий. Я вот только сейчас запустил ПТР, если что. Поэтому удивления такие у меня могут быть внезапные и интересные. Что еще я интересного найду? Почему у меня засчиталось 100 тысяч почетных побед в PvP, а у меня на ритейле нет этой ачивы? Хм, откуда они набрались, не понимаю. Откуда этот ачив дали? У меня его нету на текущей версии игры. Странно все это. Так, откроем атлас подземелья, давайте глянем. Рейды, святилище, господство. Мы можем глянуть боссов. Возможно, спойлеры. Тарагор, око тюремщика. 9. Гильдию такую знаю, по-моему. Есть вроде бы ордынская. Остатки Нерзула. Раздиратель душ Дормацайн. Кузнец боли Разнал. Стражница предвечных. Слепой не вижу. Фейт. Да, Фейт, по-моему. Фейт Скрайб, Рох Кало, Келтузат, Сильвана Ветрокрылая. Чё по луту? С нормала падает 233 вещицы, как я правильно понимаю, с ластов. То есть, с двух последних боссов, да? Так, хорошо. То есть, с двух последних боссов мы лутаем вещицы, как с мифических генералов и мифического Динатрия. С всех остальных боссов мы лутаем вещицы, как с мифик замка Нафрия. То есть вот так вот, да. С героика. С первых получается... Сколько тут боссов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять всего. С первых 8 боссов с героиком мы будем лутать 239 вещицы. То есть даже если на текущий момент вы облутаетесь героик пушками... мифик пушками с Динатрия, или PvP там, да, за 2400, то в герой крейде это вам ничего не даст. Вы сможете трейдить только вещицы с нормала. То есть на текущий момент те люди, которые очень хорошо одеты в мифике, я, например, смогут с нормала потрейдить вещицы. Ну, чуть-чуть это прикольно, конечно. Так, с мифика что у нас получается? С первого босса мы будем лутать 252 вещицы, с ластов 259. Имеется лук Сильваны. Я думаю, он будет красивый. Взглянем на него в стиле ночного народца. А если тут... О, с героика. О, с нормала такой же, как и с героика. С Луфера такой же. Ну, может, перерисуют еще. Кинжалики. Цветочек. Но что-то все в виде ночного народца сделано. Ну, тут трансмоги еще старые. Да, чего я смотрю на трансмог рано, это все еще... В общем, будем полностью на стриме смотреть, а то я сейчас все на видосе гляну
И как бы все уже. И контент кончится, неинтересно будет. Так, на стриме почекаем чуть-чуть. Что-нибудь увидим. Может быть, интересненькое. Может, глянем то, что вам захочется. Все. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Если у вас желание есть, открывайте Battle.net клиент. Заходите на управление учетной записью. Скачивайте ПТР-версию себе. И наслаждайтесь геймплеем на замечательном ПТРе. Обновление 9.1.